Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманитам Сри Чайтанна Прабхум Банде Нитхананда Саходитам Сри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванчакалпатару Васакипасиндубхавача Патитананг Павонебхо Вайшнавибхьо Намо Намаха Мукхам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтигирим Яткипатамахам Ванде Парамаанандамадавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесавасача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеш Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Йукта Бхакти Прамодакша Джагодварун Дхейям Сада Парибхавагна Мавиштадухам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитатихам Панатапал Бхабаддипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджита Камапикабавадушва Дарши Пурнану Рагра Сасагра Сарамурти Сарадхикама и Када Кипам Куруш Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Аджану ламбита бхужау канака бодату Шанкиртанай капитару камала ятакшау Вишам бару дижабару джугадхарма пало Банде жагат приякару Каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Намами Ганге Таба Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупенна Садханаранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманангу Мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Баги саджушо бадане Лакшмир джасача бхакшаши Джасясти де самбид Твам нишинга махам бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари.
Jana Jana Shakrishnad Bimukosha Daivad Adharma Silasya Sudukhitasya Ono Gruhayeho Charantinunam Bhutani Bhavyani Janadanasa Jana Shakrishnad Bimukosha Daivad Adharma Silasya Sudukhitasya Anugruhayeho charantinunam bhutani bhavyani janadanasya. Gaurya Goshtipati. Gaurya Goshtipati. Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати. Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал. Нитьянанда Баларам Анантадев пришел в этот материальный мир. Приходит в этот мир в разных формах, как гуру и вайшнава. Он принимает форму гуру и вайшнавов и нисходит сюда для того, чтобы освободить обусловленные души. Возможно, ваш Гуру Пад Падма пришел в одной форме, мой Гуру Пад Падма в другой форме, его Гуру Пад Падма в третьей форме. Но, несомненно, что все они пришли из одного места. Пришли от лотосных стоп Нитьянанды. Другими словами, сам Нитьянанда принимает формы различных садгуру. Мы навеки благодарны Нитьянанде Прабху. Я уже много раз говорил, что Баладев Нитьянанда сыграл важную роль в творении этого мира. Обусловленные души заняты служением майя. Они не хотят выполнять служение Бхагавану или Гуру. Они не хотят. Я это видел на практике. Им нравится служить майя. Но кого винить в этом? Разве можно обвинять Садгуру Падму, который не зашел сюда, чтобы освободить меня? Или обвинять себя за то, что у меня нет предания, преданности. Джив не нужно заставлять, наставлять в служении майя. Они естественным образом склонны к этому и совершенно не заинтересованы в служении гуру. Или может казаться, что с внешней точки зрения джива совершает севу, служит кому-то из вайшнавов. Но если присмотреться к этому, в действительности это лишь выглядит как служение. Или в другом случае, если джива вынуждена взять ответственность за какое-то служение, она считает, что это слишком большой груз на ее плечах. Крайне редок тот, кто совершает служение спонтанно и естественно. Служение гуру невозможно заполучить силой. То есть служение — это то, что может выполняться от сердца. В противном случае это будет не что иное, как карма. Поняв славу гуру, вайшнавов и бхагавана, мы обретем желание служить им. И ничто не может, кроме этого, сподвигнуть нас на служение. Ни знание, ни положение в обществе
Те, кто по-настоящему хотят совершать служение, они готовы ради гуру, севы, на все. Готовы встретиться с любыми препятствиями. Они не похожи на тех, кто боятся боятся трудностей служения. Они готовы отдать свою жизнь ради севы. Но те, кто не несомненно, что без служения гуру, вайшнавам и нитянанде невозможно преодолеть майю. Никто не может сделать этого. Каким бы могущественным ачарьей ни казался, очень легко проповедовать всем, но прежде всего нужно проповедовать себе. Прежде всего необходимо исправиться самому, встать перед зеркалом и взглянуть на свое уродливое лицо. Уродливое в смысле того, что оно наполнено завистью. Когда вы полны зависти, посмотрите, то есть, когда вы завидуете кому-то, посмотрите в зеркало, вы увидите уродливое отражение. Так, глядя в зеркало, нужно проповедовать самому себе, рассказывая Харикатху, услышанную от Гурупада Падмы. Если удача будет сопутствовать такому человеку, он сможет очиститься. И нам совершенно неинтересно, насколько почетное положение занимает тот или иной ачарья. Что нам важно, так это, присутствует ли зависть в сердце или нет. Если она там, его необходимо решить, его положение. Пусть весь мир будет почитать его. Но Нитянанда Прабху прекрасно знает все, он не глупец. Первая шлока в Бхагаватам, вторая шлока в Бхагаватам говорит. Прежде чем войти в Бхагавататхарму, необходимо задать себе вопрос, очистился ли я от зависти? Если зависть в сердце, лучше вернуться, имеется в виду, лучше не приступать к этому, и иначе мы просто потеряем время. Когда мы честно признаемся, что мы не лишены слабости, это нормально. То есть это не лицемерие. Обусловленная душа может иметь много недостатков. Тем не менее, пока сердце честно, чисто, пока в нем нет зависти, нет мацария, пока вы открыты и честно признаетесь, Гурудев, я полон слабостей, полон проблем, полон недостатков. Это неплохо. То есть главный момент — не должно быть зависти. Тогда со временем мы сможем
достигнуть высокого уровня, с которого сможем начать Бхагавата-дхарму. Во всем мире едва ли можно сыскать пару человек, которые лишены зависти. И лишь эти личности пригодны к развитию в бхакти. В материальном мире приоритет отдается старшинству, но в трансцендентном мире все иначе. Шукадев Госвами, которому было 16 лет, занял положение спикера в собрании многих мудрецов. Преданным невозможно наслаждаться. Преданный не для наслаждения других. Мы часто пытаемся прославиться за счет нашего духовного учителя. Мы гордо заявляем, что получили инициацию от него и ждем почета в свой адрес. Crores of rupees, reputation, you don't know. Reputation. The same formula in our material world applicable. They are using pure Guru Vaishnava, and according to that, they are using, I am the disciple of that. So what? Предположим, продается какая-то компания вместе с, то есть, с заслуженной и ранее репутацией. Now our diksha, now our apparent harivajan, is one kind of instrument for business. Nothing. Наша дикша сейчас. I can do business very nicely. So this is not Haribhajan. Nityananda Babu never wanted. То есть мы пытаемся заработать репутацию при помощи дикши, когда мы получаем ее у чистого преданного. Pratishtha is the most vital thing. Все мы хотим пратиштху, все мы хотим славу. Хотим почет. Каждый хочет почет, почет в свой адрес. Никто не хочет делать что-то бескорыстно, лишь если он знает, что получит за это какое-то денежное вознаграждение или славу в свой адрес, он готов. Кто был служить Гуру Кишордас Бабджи Махараджу? Прабхупад говорил, его окружали так много глупых саду. Не саду, негодяев на самом деле, они окружали его, жили подле него, но на самом деле хотели показать обществу, что они якобы служат этому выдающемуся вайшнаву Сидда Махатме. Посмотрите, какие мы возвышенные, мы служим такому саду. Но Прабхупад говорит, что они даже не преданные, они даже не люди, их сложно назвать человеком. Бабаджи знает все, но
Бабаджи Махарадж прекрасно знал их положение. Тем не менее, он не прогонял их. И Прабхупада объясняет, с внешней точки зрения он действительно не делал этого, он не прогонял их. Но в то же время он и не принимал их от сердца. Также передо мной люди многое могут делать и думать, что я принял их, но я не принимаю неискренние намерения. Нитьянанда таттва очень важна. Даже Гауранга Махапрабху не мог описать ее значимость. Но он часто говорил, что если вы почитаете Нитьянанду Прабху, вы получите мои благословения. Нитьянанда занимает более значимое положение, чем я, более важен для вас, чем я. И это правда. Гуру важнее, чем сам Бхагаван. Я же не знаю, кто такой Бхагаван. Но кто может показать мне его? Кто может рассказать о моих отношениях с Бхагаваном? Только Гурупад Падма. Если даже Бхагаван предстанет передо мной, прежде всего я должен буду выразить почтение, предложив поклон моему гуру. И уже затем Бхагавану. То есть прежде всего я должен буду поклониться Нитьянанде, который проявлен передо мной как Гурупад Падма. Но глупые люди бегут за деньгами, почетом, славой и совершенно не думают о духовном развитии. Возможно, они приходят на лекции, но в действительности им это неинтересно. Ведь если попросить их поклясться, прикоснувшись к Шилограмма Шиле, хотят ли они Бхагавана, они не смогут ответить утвердительно, поскольку если они соврут, скажут, что хотят, у них появится лепра. Они заболеют лепрой, проказой. Вы не хотите Бхагавана, вы лишь хотите что-то от Бхагавана. Хотите что-то заполучить от Бхагавана, есть какие-то желания, и вы хотите, чтобы он исполнил их. Кто-то обращается к мантрам для того, чтобы разбогатеть, исполнить свои материальные желания. Возможно, в будущем мне придется пойти в ад, но сейчас-то у меня появятся деньги благодаря этому. И не важно, что будет в будущем. Таким образом, никто не хочет совершать гуру-севу. Бескорыстное служение. Посвящая свою, отдавая свою энергию какому-то делу, вы
Развивайте отношения с объектом, кому вы посвящаете свои усилия. Вы развиваете привязанность к нему. Если вы служите жене, вы развиваете привязанность к ней. Кому бы вы ни служили, вы автоматически становитесь привязаны. Во всем мире никто не может заявить, что он не хочет пратиштхи. Даже Брахма и Шанкар. Конечно, существует позитивная пратиштха. То есть, возможно, кто-то из них хочет ее в позитивном ключе, но никто не может заявить, что он пратиштхи совершенно не хочет. Патриоты умирают за родину, но даже там присутствует желание пратиштхи, даже у них. Существует вайшнава пратиштха, которая важна. Глупое умонастроение — то, когда преданные отказываются рассказывать харикатху, боясь пратиштхи, боятся говорить, потому что все начнут почитать его. Прабхупад объясняет, что это глупость. Нам совершенно неинтересна пратиштха материальная. Но мы хотим получить хотя бы каплю пратиштхи позитивной. В лучшем смысле этого слова. Не той пратиштхи, которая испортит мою жизнь. Не мирской пратиштхи. Вайшнава пратиштха не может осквернить сердце. Вайшнава пратиштха — это та пратиштха, которую я принимаю, но передаю моему гуру Падападме, а он, в свою очередь, передает своему духовному учителю, и так она достигает лотосных стоп Бхагавана. Ведь Нитьянанда Баларам — источник всей пратиштхи. Вайшнава пратиштха присуща Гуру и Вайшнавам навеки. Мадхавендра Пурипад не хотел принимать ее, но она по пятам шла за ним. Слава, деньги, почет могут идти за мной, но преданный не примет ее, потому что он хочет, он рассказывает харикатху не для того, чтобы заполучить все это. В то же время, если весь мир восстанет против преданного, он не прекратит рассказывать харикатху. Любая пратиштха, вся пратиштха находится у лотосных стоп Нитьянанды. Но что же мы подразумеваем под этим понятием? Пратиштха — положение в обществе, слава, почет. Но на санскрите прати плюс тха. Пратиштха —
она — это указание на что-то вечное, но вся мирская практика временна. Министры, адвокаты, судьи, прославленные в обществе, хоть и обладают якобы какой-то пратиштхи, она не имеет совершенно никакого значения, поскольку она временна. Хираньякашипу, Равана не понимали, что их слава временна, всего на пару дней. Поэтому они были убиты. Но пратиштха вайшнавов вечна. Если даже вайшнав хочет убежать от нее, она преследует его, поклоняется ему. Прабхупад Вайшнаваке описал все это. Ну, сейчас никто не заинтересован в чтении. У всех полно других дел, и поэтому ситуация так безнадежна. Как я уже говорил, Нитьянанда Баларам — изначальная экспансия Бхагавана Шри Кришны, Мул Санкаршан. Как я уже рассказывал, сердце духовного мира — это Вриндаван. В окружении Двараки, Мадхуры находится Вриндаван. Шветадвипа. Именно там Гауранга дал нам полное понимание, что такое Кришна-лила. Итак, Нитьянанда Баларам приняли форму Чатурвьюхи. Как Санкаршан, Прадьюмна, Анирудха. И уже из этого, из Санкаршана произошли Карандакашая, Гарбадакашая, Ширадакашая. Произошел бесконечный мир и бесчисленные браманды от Карандакашая Вишну. Garbhadagosai. And Garbhadagosai from navel portion is stem coming out
Brahma discovered himself, after that, he is going to 14th world, this Brahma. After that, in this world, there is Kiradaka Sai Vishnu, Kir Sagar. Впоследствии проявился Кширадакашай Вишну, и Бхагаван проявился в сердце каждого, как сверхдуша. Сейчас мы поговорим о очень сложном вопросе, касаемом Нитьянанды. Бессердечные личности все время норовят оспорить Нитьянанда Татву. Они заявляют, что Нитьянанда был саньяси, и он не мог жениться, пишут тома книг. Но по желанию Гуру и Вайшнавов я выступил против их заявлений. Эти личности строят большие храмы. Но, как мы знаем, к примеру, у Шрилы Гуракшардас Бабаджи Махараджа большого храма не было. У него был маленький баджан кутир. Можно строить огромные храмы. Но это также может быть проделками майя. Она лишь ждет возможности, чтобы обмануть нас. Подыскивает подходящую возможность, чтобы сделать это. Кто может доказать, что он получает милость Гуру и Вайшнавов? Это доказывает поведение, настроение преданного. Nityananda Balaram, under the lotus feet of Nityananda Balaram, all infinity pratishtha rasti. Итак, вся бесчисленная пратиштха находится у лотосных стоп Нитьянанда Баларамы. Вы читали значение этого киртана? Его написал Наротам Дас Такор. Нитай Чарана Татве. Абсолютная истина — это лотосные стопы Нитьянанды. Когда человек получает саньясу, он повторяет эту мантру. Те, кто поместили лотосные стопы Нитьянанды в свое сердце, мы припадаем к их лотосным стопам. Итак, мы должны обсудить важные вещи, касаемые лилы Нитьянанды. Прежде всего, все вы слышали, что Нитьянанда — Авадхут. Кто такой Авадхут? Это тот, чье деяние понять невозможно, чье поведение. Так же, как, к примеру, поведение Вамшидас Бабаджи Махараджа. Иногда он поступал очень странно. Можно подумать, что он сумасшедший. Поведение Авадхута очень странное. И обычные люди не могут понять поступки таких личностей. Поэтому вайшнавы говорят, что лучше нам не ходить к ним. Потому что если мы увидим что-то экстраординарное, не сможем понять этого, и это будет оскорблением, из-за которого мы пойдем. А
Нитьянанда Прабху был Аватхута Саньяси. В Шримад Бхагаватам Бхагаван Шри Кришна говорит Удава Махараджа: они аватхут за пределами правил и предписаний. Для них их уже не существует. К примеру, мы не можем имитировать деяния Парамахамса Гурудева. Казалось бы, он смотрит на Арати, но на самом деле в его сердце Арати постоянно происходит. Деяния Аватхута понять невозможно. Почему Нитьянанда Прабху? Придя в Навадвипатхаму, сломал свою данду и камандалу, кувшин для воды, который носит с собой саньяси, и выбросил в Гангу. Это крайне странный поступок. Что мог он назначать? Точнее, Гауранга выбросил в Гангу данду и командалу Нитьянанда Прабху. Гауранга Махапрабху является высшим среди ачарьев. Таким образом, он показывает нам, что ему не нужно никакой данды. Ведь он выше, чем саньяси. Нитьянанда Прабху Баларам с незапамятных времен служит Кришне. Служит полностью посвятив себя Господу. В его сердце нет ни пылинки грязи, то есть ни частицы грязи. Повсюду его сердце, то есть его сердце полностью наполнено Гаурангой. Он постоянно занят служением ему. Хотя с внешней точки зрения мы не можем сказать, что Шривас Пандит был саньяси или Вишнуприя Деви. Но в действительности они были таковыми. Ведь что такое, кто такой саньяси? Каково значение саньяса? Сат плюс ньяс. Что в переводе означает «наша атма», то, кем мы в действительности являемся, наша душа. Предлагается Бхагавану. То есть мы, принимая саньясу, предлагаем нашу душу Господу. Наша душа вечна, и мы навеки, навсегда предлагаем ее служению, на служение Бхагавану. И это говорит о том, что у нас не должно больше остаться никаких материальных желаний. Таково истинное значение саньясы. Поэтому Гауранга Махапрабху говорит в Гите.
Кришна. Кришна говорит в Гите. Арджуна, знаешь, кто такой саньяси? Хочу тебе рассказать об этом в двух словах. Это тот, у кого нет желаний и нет врагов. Это тот, кто является вечным саньяси, у кого нет посторонних желаний, нет желаний, кроме служения Кришне. Это тот, кто видит весь мир, связанным с Бхагаваном. Кришна говорит Удаве, саньяси относится ко всему миру как к своим детям, к жителям материального мира. Милость саньяси переполняет его, и поэтому он бежит за всеми. «О, дети мои, я хочу помочь вам». Но мы убегаем от милости Гурупада Падмы, мы не готовы принять его помощь. Когда Данда, Нитьянанда и Камандалу были выброшены в Гангу, это говорит о том, что сам Гауранга провозглашает Нитьянанду. Аватхутой, то есть тем, кто выше, чем саньяси. Если бы Нитьянанда не было аватхутой, почему бы он, 23-летний юноша, стал бы пить грудное молоко малини? Она говорила впоследствии, у меня не было никакого молока, но когда я увидела Нитьянанду, молоко появилось. Гауранга Махапрабху проявил Вьясапуджу, явил лилу Вьясапуджи для того, чтобы обучить нас тому, как необходимо почитать гуру. Он сказал Шривасу, на следующую Пурниму я хочу провести Вьясапуджу. Он спросил Нитьянанду, где хочешь, чтобы провели твою пуджу, пуджу тебе в Вьясапуджу? Он сказал, там, в доме Шриваса. Шривас все подготовил. Собрались преданные, которые совершали санкиртану. А Шривас пандит исполнял обязанности священника, то есть пандита, того, кто повторял мантры. Like mad, laughing.
Гауранга, во время этого Ясапуджи Нитянанда был похож на пьяного. Он взял гирлянду. Гауранга сказал ему, чтобы тот повесил эту гирлянду на Вьясадева, но Гауранга ходила из стороны в сторону и в конце концов повесил ее на Гаурангу. Вьясапуджа вечна. Она не была начата Гаурангой. Даже в обществе Майявади ее проводят. Но это лицемерная Вьясапуджа. Поскольку у них нет желания следовать Вьясе. Гауранга Махапрабху освободил Джагая Мадая, потому что он тем самым хотел провозгласить славу Нитянанды. Демоны Джагая Мадая напали на Нитянанду. В гневе Гауранга хотел отомстить за него, но когда Гауранга выпустил чакру, Нитянанда взмолился: «Прабу, ты обещал, что в эту аватару ты не прибегнешь к оружию. Пожалуйста». Ты хочешь освободить меня тем самым? Ну, я же уже освобожден. Поэтому лучше освободи их. Только если ты сделаешь это, я пойму, что ты самая милостивая инкарнация Господа. И тогда Гауранга был вынужден освободить Джагая Мадая. В этом и особенность Гауранги. Весь мир отверг Джагая Мадая. Весь мир презирал их. Но Гауранга пролил на них свою милость. Благодаря Нитянанде. Итак, Нитянанда заботится о падших. Он так переживает за нас, за падшие души этого мира. То же самое говорит Кришна Дас Кавирадж Госвами. Кто может освободить падшие души, кроме Нитянанды? Это пишет Кришнадас Кавирадж Госвами. Но в настоящий момент мы видим, что многие подвергают критике Нитянанду и Гаурангу. Even Bhaktamal
Вы знаете Бхакта Мал? Прабхупад запретил читать это произведение. Это сборник статей о славе преданных, но про Гаурангу и Нитьянанду написали всякую чушь и ерунду. Который был издан в Бомбее. Прабхупад запретил читать это, потому что... Finally, Nityananda Balaram wanted to break that danda of Gauranga Mahaprabhu and Kamandal into Bargina Dini. Впоследствии Нитянанда Прабху сломал данду Гауранги Махапрабху и выбросил в Гангу. По пути в Нилачала Дхаму находится река. Именно в нее Нитянанда выбросил данду, сломанную на три части, и Камандалу Махапрабху. Почему он сделал это? Он сделал это, несмотря на то, что Махапрабху приказал ему присматривать за ней, пока Махапрабху принимает омовение. В это время он начал разговаривать с дандой. «Глупая ты, данда, я ношу своего господина Махапрабху в сердце, а он вынужден носить тебя». И тогда он сломал ее на три части. Почему три части? Кайман вакья, то есть тело, ум и речь. Тем самым Нитьянанда указывает нам, что необходимо предаться Господу телом, умом и речью. Это значение три данды. Сахаджи утверждает, что в век Кали не может быть саньяса, нельзя ее принимать. Но в действительности в шастрах говорится о карма саньясе, но не о бхакти саньясе. Ведь Мадхавендра Пурипад, Ишвара Пурипад, все они были саньяси. Мадхавачарья принял экаданду, одну данду. Но впоследствии наша Гуру Варга учит нас, что принимая саньясу, с внешней точки зрения кажется, что экаданда, но в ней содержится три данды, которые символизируют собой тело, ум и речь, при помощи которых преданный обещает саньяси, обещает служить Господу. Сломав данду Махапрабху, Нитянанда показал всем, что это сам Господь. Ему ни к чему данда. После того, как Махапрабху принял саньясу, он сказал: «Зачем? Какой смысл в моей саньясе?» Конечная цель саньясы — это Кришна према. Но Кришна према, сказал Махапрабху, это моя собственность. Так зачем мне принимать? К чему мне саньяса? Кикадж, what is the utility of taking sannyas? Prem is my own property. Махапрабху.
И впоследствии Нитянанда сломал его данду, поэтому он не сделал никакой ошибки. Получив саньясу, Махапрабху прибыл в Пурушоттама-дхаму в сопровождении Нитянанды Прабху, Гададхар Пандита. Gauranga Mahaprabhu expressing exclusive prema bhava. I mean, at least last 12 years. И на протяжении 12 лет он проявлял према бхаву. Abnormal. Исключительные, поразительные чувства. When Mahaprabhu going to jump into ocean, when going to... Он бросался в океан. Nobody can check Mahaprabhu. But at the time of Sankita, Nitanu, Vabhu, никто не мог успокоить его. Because when Gauranga jump into ground, as if all his, you know, bone broken. Во время санкиртны он бросался на землю так, что его, то есть он подпрыгивал и падал на землю, и из этого его ноги и руки могли переломаться. Нитянанда Прабху пристально следил за ним, чтобы подхватить его. Now Nityananda Prabhu and Gauranga Mahaprabhu discussing something very special. Nobody knows. Nityananda и Махапрабху, Гауранга Махапрабху обсуждали между собой то, что было недоступно для других. В уединении они вели сокровенные разговоры. О чем они говорили, мы можем понять по деяниям Нитянанды. Как я уже говорил, Нитянанда является вечным саньяси. The avadhut sannyasi, they are not going to show an external symptom. External symptom, it cannot discover. Avadhut sannyasi не проявляют каких-то внешних признаков саньясы. Имеется в виду, что их саньяса находится в сердце, пребывает в сердце. Впоследствии Нитянанда Прабху оставил саньясу и принял решение жениться. Но каждый поступок Нитянанды происходит с разрешения Гауранги Махапрабху, ведь без его одобрения Нитянанда никогда не сделает, что бы то ни было. То есть все, что делал Нитянанда, было с разрешения Махапрабху. So Nityananda Prabhu finally was bound to marry, and it was the desire of Gauranga Mahaprabhu. Foolish people, they don't know. Because a sannyasi cannot come to, a sannyasi always cannot come in close contact with common people, like me. Sannyasi не могут общаться близко с обычными людьми. Многие хотят близкого общения со мной, но я не позволяю этому произойти. Но грихастха может общаться с кем угодно. А в саньясе это запрещено. Конечно, мы знаем, что такие грихастки, как Шривас Пандит, являются саньяси по-настоящему. Но в то же время он мог легко общаться с кем угодно. Это был аранжмент Гауранга Махапрабху.
Таким образом, это было затеей Махапрабху, поскольку, оставив саньясу, Нитянанда смог проповедовать всем и каждому. В Чайтанья Бхагавате сказано, что еще до получения саньясы, Гауранга Махапрабху сказал, Отоев малиагга дило сабакаре, жаха таха прем бхал билао сабаре. You can give the prem phala fruits, prem fruits everybody. Without any, Gauranga Mahaprabhu speaking, Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu, you can open. Where? When you can, where you can get, you know? When Mahaprabhu going to, you know, make one, you know, mango tree in Godroom. Когда Махапрабху создал манговое дерево, Angata. Целый сад манговых деревьев, посадил семечко, кость манго, и в тот же момент выросло огромное манговое дерево с бесчисленными плодами манго. Он накормил ими всех преданных. Именно там и тогда Махапрабху устроил манговый пир. And also in Navadvip Lila, Gauranga Mahaprabhu giving special responsibility to Nityananda. В Навадвипа Лиле Махапрабху возложил особые обязанности на Нитянанду. Он сказал: «Према — твоя собственность. Ты можешь раздавать ее всем, кому угодно». Он позволил ему воспевать святое имя повсюду и давать тем самым харинам всем и каждому. А вечером Нитянанда должен был приходить к Махапрабху и докладывать ему вместе с Харидас Такуром, докладывать, как прошел день. This way, the responsibility was given to Nityananda Prabhu. So you have no right to criticize Nityananda Prabhu. Итак, мы... Нет у нас права критиковать Нитянанда Прабху. Мы не можем делать этого. И глупо думать, что раз Нитянанда Прабху женился, я тоже могу жениться, будучи саньяси. Avadut sannyasi Nityananda Prabhu, after going out of home with one sannyasi, traveling all around different tirtha, and took avadut sannyasi. When Gauranga Mahaprabhu manifest, когда Гауранга Махапрабху, final goal of, you know, my Prabhu Gauranga, then I can throw my danda. То есть Нитянанда принял саньясу и совершал паломничество, но когда он встретился с Махапрабху, он принял решение, что тогда он может оставить саньясу, поскольку он уже достиг конечную цель, достиг Кришна-прему. Нитянанда Прабху был во Вриндаване, и играл с мальчиками-пастушками, и вдруг он осознал, что его Прабху, мой Господь, он пришел. Нитянанда Лила очень сложна для понимания. Чтобы ее понять, необходимо следовать чистым преданным. В противном случае мы не примем ее, не поймем ее правильно. Когда Шивананда Сена отправились в Пурушоттама Кшетру, чтобы встретиться с Гаурангой, на 4 месяца каждый год преданные приходили в Пурушоттама Кшетру и проводили их вместе с Махапрабху. Вы знаете, 4 месяца, Чатурмасия.
период дождей. Полный энтузиазма. Преданные шли пешком в Пуршоттама-дхаму и достигали ее на Саяна Экадаша. На начало Чатурмаси. Каждый год преданные приходили к Махапрабху. Шел Нитьянанда, шли все преданные в Орисе. Есть одно место, куда Шивананда Сена, то есть в процессе Шивананда Сена зашел в какую-то деревню в Орисе, чтобы собрать пожертвования, когда все преданные остановились на отдых. И между тем Нитьянанда закричал: «Где Шивананда? Я так голоден. Почему он не устроил прасад? Пусть его сыновья умрут». Когда жена Шивананда услышала это проклятие, она зарыдала. И после того, как Шивананда Сена вернулся, насобирав бикшу, он увидел плачущую жену, та рассказала: «Аватхут проклял всех наших сыновей на смерть». Шивананда Сена начал смеяться: «Ты сумасшедшая, что ты плачешь? Если все мои сыновья умрут по проклятию Нитьянанды, они достигнут лотосных стоп Бхагавана». Насколько долго они являются нашими сыновьями, твоими сыновьями? Они же души, дживатмы. Но если все мои сыновья умрут от проклятия Нитьянанды, все они достигнут Голока Вриндаваны. О чем же ты плачешь? Жена сказала: иди и подойди к Нитьянанде. Он очень разгневан. Но Нитьянанда не может быть разгневан. Когда Шивананда подошел к Нитьянанде, Нитьянанда пнул его в грудь. Шивананда обнял лотосные стопы Нитьянанды и возликовал: «Сегодня самый удачливый день». И он начал танцевать. «А что бы сделали вы, если бы кто-то вас ударил, разве вы начали бы танцевать от счастья? Нет, вы бы плакали». Шивананда танцевал. Сегодня я получил штамп. Штамп милости Нитьянанды. А Суканта, племянник Шивананда Сены, увидев это, разозлился. «Мой дядя такой важный, такая значимая личность, такая возвышенная личность. Как Нитьянанда посмел пнуть его? Я больше не останусь здесь ни на секунду, я ухожу». Итак, Суканта, разозлившись, ушел. С чего это? Почему это он ударил моего дядю? Он не понял, что на самом деле произошло. Когда он пришел к Гауранге, он зашел в Гамбиру, и Гауранга был как раз дома. Гауранга сказал: «Говинда, пришел Суканта, он очень-очень злой, накорми его прасадом». То есть он еще до того, как Суканта зашел,
прекрасно знал все это. То есть, итак, все поступки, все деяния Нитьянанды крайне сложно понять. В Чайтанья Бхагавате сказано, что однажды разбойники решили похитить сокровища, похитить украшения Нитьянанды. Они хотели убить его и ограбить. Они были вооружены ножами и поджидали ночью, посреди ночи Нитьянанду. Когда Нитьянанда уснул, они подумали, подходящий момент убить его и забрать все. Но когда они подошли к нему, перед ними возникли огромные фигуры стражников, будто бы с Вайкунтхи. Они были настолько сильными, крупными. Они же бьют нас, прикончат как крыс. 4-5 таких стражников предстало перед ними. И кто-то между тем пожаловался Гауранге, почему это Нитьянанда Аватхут? Он вроде как саньяси, а носит золотые украшения, ведь это запрещено. На это Махапрабху сказал, это не украшение, это нава-вида бхакти, это 9 проявлений бхакти, 9 составляющих бхакти. Они эти украшения не украшают Нитьянанду, а это он украшает их. Так, по желанию Махапрабху, Нитьянанда женился на Джанава Мате и Васудхе. Но глупцы не понимают этого поступка. You can find how excellent. Vrindavan Das Thakur Mahasaya. Вся Гауранга, вся Нитьянанда Лила превосходна, удивительно, от начала до конца. Almost whole book, you can find all the glorification of Nitananda, because Вриндаван Дас Такур Махашая, который является Вьясадевой Гаура Лилы, практически всю свою книгу, всю читание Бхагавату прославляет Нитьянанду. Поскольку он был учеником Нитьянанды, Гауранга никогда никому не давал посвящений, инициаций. Кто-то утверждает, что Санатана Госвами является учеником Гауранги, то есть он получил инициацию, но это не так. Он получил инициацию у Видья Вачаспати. Итак, Гауранга никогда не давал инициации, поскольку это не является обязанностью Бхагавана. Это то, что должен делать Ачарья. По глупости люди заявляют, что мы
наша сампрадая произошла от Гауранги Махапрабху, и, соответственно, мы не имеем никакой связи с Мадхавачарьей. Но это неправильно. Многие видят недостатки, видят якобы неправильное поведение Нитьянанды, но если кто-то осмелится критиковать его, будет жестоко наказан. Итак, по желанию, по милости Нитьянанды Прабху, мы сможем обрести лотосные стопы Гауранги. В соответствии с нашей преданностью Нитьянанде, мы сможем понять славу Гауранги. И уже благодаря этому, в соответствии с преданностью лотосным стопам Гауранги, мы сможем осознать, кто есть Радхарани. То есть в соответствии с нашей преданностью мы поймем положение Махапрабху, а в соответствии с преданностью Махапрабху мы осознаем, кто есть Радхарани. Мы не сможем обрести Гаурангу без Нитьянанды Прабху. Поэтому саньяса мантра. Поэтому саньяси повторяют эту мантру. Примером этого служит история с Рагунатас Госвами. Он постоянно хотел обрести лотосные стопы Гауранги, то есть он хотел получить их даршан. Но каждый раз ничего не выходило, он не мог отыскать Гаурангу. Его родители женили его на девушке, подобной ангелу. In heaven you can tilottama and all other you can get so many. Eh? They are beautiful ladies, they are staying for the enjoyment of demigods. They are staying. Apsara. They are giving service. So wife is like looking like Apsara. So beautiful. And opulences can be compared to the opulence of Indra. А богатство. Рагунатхи можно сравнить только с богатствами Индра. Тем не менее, все это не могло привлечь Рагунатха, и он хотел получить даршан лотосных стоп Гауранги. А родители не знали, что делать с ним. Тогда мать предложила связать их, связать сына, связать Рагунатху. Но отец сказал, это глупость. Он, его жена подобна Апсаре, а роскошь, в которой он живет, можно сравнить лишь с богатствами Индры. Так что веревки какие-то смогут, как смогут исправить его? Как смогут изменить ситуацию? Bonded. Bonded.
this way, father speaking, you are crazy. This kind of bondage cannot stand in front of your son, Raghuna. What kind of bondage you are going to propose? Как могут остановить его какие-то веревки? Тот, кто познал славу Гауранги, его же не сможет остановить ничто. Ничто не сможет остановить такую личность. Того, кто увидел славу Гауранги Махапрабху, он разорвет все оковы и бросится к стопам Гауранги. Пока вы не постигли, что есть лотосные стопы Гауранги, вы еще, вас еще сдерживают оковы этого мира. Но как только вы постигнете их славу, ничто не сможет остановить вас. Точно так же, как это было в жизни с Гангамата Такурани. Она отбросила все. И как сумасшедшая гналась, бежала к Господу. И нечто подобное произошло с Мирабай. Если мы понимаем истинное богатство лотосных стоп Кришны, мы отбросим все, откажемся от всего. Any mode you cannot find. Appropriate representation. They are searching. Who can catch all the property? Гуру и вайшнавы ищут того, кто сможет принять богатство их сердца. Как Ишвара Пурипад перенял все богатство сердца Мадхавендра Пурипада. Он был достойным учеником. И такого достойного ученика ищет каждый подлинный ачарья, подлинный саду. Но крайне редко можно встретить такую личность, если обойти весь мир. Едва ли одного найдешь, кто является подлинным последователем Прабхупады, нашей Гуру Варги. То есть в действительности представитель, подлинный ученик не отличается от своего гуру. Он является настоящим представителем своего духовного учителя, потому что в сердце подлинного ученика пребывает Гурудев. Итак, представитель, настоящий представитель Гурупада Падмы, таковым может быть лишь тот, кто не отличен от него. То же самое можем наблюдать в жизни Шивананды Прабху. Расикананда Прабху был не отличен от Шивананды. Ни малейшей разницы не существовало. А Рамачандра Кавирадж был не отличен от своего духовного учителя Шриниваса Ачарья. В свою очередь, Шриниваса Ачарья был не отличен от духовного учителя своего духовного учителя Гопалабата Госвами или Джива Госвамипада. Но в настоящее время господствует неправильная концепция того, что ачарию можно назначить.
Обмануть можно весь мир, но не Прабхупада, не подлинного Вайшнава. Лишь взглянув на человека, Прабхупад понимает, что в его сердце. Вы знаете место, где произошла лила с Дахи и Спиром? Место, где был устроен пир с Дахичиром Махотсов. Рагунат Махапрабху отправил Рагунатха Даса Госвами домой, когда тот хотел оставить все и быть с ним. Не сходи с ума, возвращайся домой. Со временем Кришна все устроит в твоей жизни. Не нужно погружаться в ложное отречение. Принимай все и задействуй в служении Господу. Отречение — это не то, что нужно показывать всем. Отречение — это то, что приходит само собой. Итак, Махапрабху сказал Рагунатху, не нужно обезьяньего отречения. Принимай все, как Махапрасад. А если ты будешь жить таким образом, очень скоро в твоей жизни появится возможность, и твое желание исполнится. И впоследствии Махапрабху устроил пир. Он обратился к своим родителям и попросил о средствах для проведения пира в честь Гауранги и Нитьянанды. Родители послали много денег. Кто-то закричал: «Рагунат идет, Махапрабху». Сказал: «Ты вор, я так долго тебя не видел». То есть ты так долго не приходил ко мне, ты не давал возможности мне увидеть тебя. Сегодня я накажу тебя. Твоим наказанием станет устроить огромный пир. И Махапрабху закупил огромное количество чиры, плющеного риса и дахи йогуртом. Он сказал о Рагунатхе: «Очень скоро ты сможешь, ты обретешь возможность достичь лотосной стопы Гауранги». Это сказал Нитьянанда Прабху.
to the lotus feet of Sarva Gosai. Everything forecast. Нитянанда Прабху предсказал все. Очень скоро ты сможешь принять, Махапрабху примет тебя, и благодаря Сарупа Гасаю ты сможешь служить Махапрабху. То есть он предсказал все в точности, как это и произошло. Почему Гауранга не смог пролить милость напрямую на Рагунатха? Потому что таковы правила. Мы получаем милость через гуру. То есть милость к Рагунатхе, милость Чайтанья Махапрабху пришла к Рагунатхе через Сварупа Гасая, через его духовного учителя. То есть когда Рагунатх пришел напрямую к Махапрабху, тот отверг его. Но когда он обратился к Нитьянанде, он смог обрести желаемое. На этом мы должны остановиться. Время вышло. Also, I wanted to discuss very important sloka. Very important, but today I have no time now. Jesham Saish Bhagavan Dayaed Ananta Sarvatmana Sutapadam Jadinirvalikam Te Dustaram Utitaranti Chadeva Maya Na Mamahumiti Sasigala Bhakshe. This body. Это очень важная шлока, о которой я хотел поговорить сегодня. В ней говорится, совсем недавно, во время Харикатхи, тут 40-50 шакалов кричали, выли. Если бы вы оказались там, они бы съели вас. Съели это ваше тело. Но вы в этом же теле чувствуете себя очень, то есть очень гордитесь им, чувствуете себя Раваной. То есть мы гордимся этим грязным телом. Но пока у нас, пока эта гордость присуща нам, как мы достигнем лотосной стопы Нитьянанды. Нитьянанда катался в пыли. Нитьянанда